Лия Ахиджакова нелестно отзывается о действиях России, чем злит патриотично настроенных граждан. Политические взгляды отразились на профессиональной деятельности звезды. В последнее время актрисе не дают новых ролей. По словам Ахиджаковой, и в старых пьесах ей больше не рады. Недавно она пожаловалась на то, что работы с каждым днем становятся все меньше и меньше. 84-летняя актриса утверждает, скоро ее могут попросить уйти из единственной постановки, в которой женщина принимает участие. «Я осталась с одним спектаклем, который играю много-много лет. Сейчас появились требования, чтобы меня из него выгнали. Я даже не знаю, чем вызвала такую ненависть», — посетовала она в интервью. Лия Меджидовна планировала сыграть в спектакле «Мой внук Вениамин». Она должна была выйти на сцену Питерского дворца культуры Выборгский 4 января. Постановку перенесли Линэнерго начало ремонта электросети в ДК. Новая дата еще не назначена, а зрителям предложено сдать билеты по их полной стоимости. Немногим ранее актриса признавалась, отмена никак не связана с цензурой. «Прислали бумагу, что там какая-то катастрофа и они вынуждены засесть на весь день», — говорила она. Однако сейчас Ахиджакова выдвинула предположение, что представление якобы перенесли из-за нее. «Линэнерго будет ремонтировать свет по всему Выборгскому дворцу вместо нашего спектакля. Такие дела. Это у нас такая традиция в России – наметить кого-нибудь и начать травить. Вот, я попалась», – жалуется артистка. Лия Меджидовна не была готова к тому, что ее видение политической обстановки не понравится многим россиянам. Гневные комментарии интернет-пользователей звезде культового фильма «Служебный роман» показывает муж. Чтобы не навлечь на себя шквал негативных сообщений, артистка старается не транслировать мысли в публичном пространстве.